Сегодня же поздравления принимает и патриарх московский всея Руси. Святой равноапостольный Кирилл – небесный покровитель главы Русской Церкви. По случаю тезаименитства, так принято называть патриаршие именины, с предстоятелем встретился Владимир Путин. Владимир Владимирович, вот здесь. Спасибо большое, очень тронут, что в этот день имею возможность встретиться с вами и благодарю вас за ваше поздравление. Спасибо. А также за совместную работу. Президент преподнес патриарху памятный подарок – картину с изображением соборов Московского Кремля. Хороший летний.